Привитос, амигос, снова вы, снова я. Мы находимся в центре аномальной зоны Чернобыля, недалеко от выжигателя мозгов, и приближается выброс. Надо бежать, искать схрон, не вляпаться бы в воронку. Ну, это для тех, кто хотел летсплеев по сталкеру. Можете представить, что это он. Знаете, как после 20 лет в супружеском браке начинают в постели представлять другую женщину. Вот, на месте своей жены. Так можете представить сталкер на месте Fallout'а теперь. Okay, boy. Let's track him. Так, он сел, еще одну сигару здесь выкурил. Слушайте, он столько курит, мне кажется, что мы его труп найдем, умерший от рака легких. Давай, ищи. Ищи, ебаный рот. Че ты, блядь, ты видишь выброс? Мы сейчас помрем от радиации. Ты хочешь, чтобы у тебя пятая лапа из задницы выросла? Я так не очень хочу, чтобы иметь третью ногу. Хотя, если у меня вырастет вместо этого член... Такой здоровый, чтобы меня будут звать трехногий Джо на просторах пустошей. Я буду очень быстро бегать. Я буду во время бега себе еще членом помогать. Так, что тут? Ничего. Что там? О, это какой-то за... А, это дома. Ох, мать, перемать. Бежим отсюда. А, это всего лишь кроты. Кроты, кроты. Антонимы доброты. Или про... А, там про котов пелось. Бам, ваншот, бам, ваншот. А вот здесь не ваншот. О, черт. Давай, сука, отведай штыка... штык ножа, сучий, блядь. Сука, зеленый бобер, красная тревога. А-та-та, что, сука, добегался? Нет, он еще жив? Да когда же это, блядь, кончится? Им надо было дрожь земли делать игру, а не фолик. Добей его, штык ножа. О, пырнул-то вообще папски. Так, стимулятор нахер. Мясо красокрыса. Игрушечная ракета. Так, радиоактивная кровь. Мясо надо с зеленых все лутать. Они редкие, видимо. Ой, выброс кончился. Какое небо голубое. Даже не знаю, что тут. Почему в этой игре как бы все засады сводятся к нападению кротов. Кротокрысов, вернее. Лично пустой вагон. Супер. Так, а там он какой-то, я вижу, урюк стоит впереди. Дай-ка посмотрим, кто это. Не курит ли он сигару? А, рейдер обычный бич. О, нам еще не туда. Какой странной дорогой шел этот наш Керок, или как там его звали? О, тихо. Келок, да. Келок завалил военную турель, ты посмотри. Пятно крови. Ну, осмотреть, ёб твою мать. Охуенно осмотрел. О. Три стимулятора, вау. Чё кровь-то не осмотреть, я не понимаю, в чем дело? Не суетись, петеля, я слышу. Что ты тявкаешь? Lost the scent, boy. Дружок потерял след, да я пройду. О, боже ты мой. Точно на Е надо нажать или что? Причем мне сейчас собаку даже свою... О, она дала мне место, нет. What is it, boy? What are we looking for? Мне даже команду ее сейчас не отдать. Ебаный в рот. Ой, как классная игра сделана. Ой, блядь, мое почтение авторам. Ёб твою мать, это ж просто охуеть. Собака встала вправо. О, неужели ты съебалась оттуда? Пусти меня нахуй, наконец-то. Ну вот и чё я тут должен? Пятно крови? Направить собаку искать по запаху крови?
Это они хотят. Kellogg was here. Let's find something to track him down. Отлично, теперь мы заперты здесь. Я еб... Сигареты тут нигде нету, не дымится, ничего. Блять, я ебу. Я блять, вообще просто, блять. У меня сейчас бомбанет, нахуй, я не знаю. Какими надо быть, сука, людьми, чтобы, блядь, такие вещи творить, блядь, в 15-м году, ёб твою мать. Что собака сраная тебя, блядь, не дает тебе пройти. Просто, блядь. У меня крыша едет, ёб твою мать. Это же эти люди Doom делают, они Doom 4 взялись делать. Ёб твою мать. Что там будет, сука, я не знаю. Это что было там, нахуй? Я аж вниз упал. Смотрите, я упал в такое место. Откуда я теперь вообще, наверное, не выйду, да? Нет, я вышел. Сука, ну собака, бля. Может, здесь какие-то следы Келлога? Нет. Но это пятно крови. Нужно что-то делать с пятном крови. Что происходит, ёб твою мать? А пятно крови? Ты еще что за уродище? Куда ты, блядь, ствол отвернул-то в другую сторону? Как ты стреляешь? Сука. Я ведь в армии, наверное, служил, блядь. Ну, да... Ты можешь быстрее штыком ее пырнуть ее, блядь. Где моя долбанная собака-то? Она что, опять убежала? Она. А, она в дверях опять сидит. Ну. Trail gun called? Gotta find something at Kellogg's. Пятно крови нас не устраивает. И почему-то нельзя опять собаке поручить найти что-то. Lost the scent boy. А, окровавленная повязка. Мне кажется, этот труп только что шептуна поддал. Я думал, а тебя, блять, а почему пятно крови-то не работает? Сука, я же, блядь, не могу кнопки путать так яростно. Я думал, что это... Ну ладно, да насрать. Все равно скажут, что я невнимательный. Давай, ищи. Может, до Африки тогда идем? Типа, если есть пятно крови, значит есть... Ну, непонятно, правда, чье пятно крови. Там рядом труп без головы как бы лежит, поэтому пятна крови, они, ну, очень даже приемлемы. Осмотреть. Но если и горит кнопка осмотреть, главный герой должен хоть пару фраз сказать, что там то, не то, ёб твою мать, хоть что-нибудь. А не зачистить ли мне вот ту лока... Это пошла она, нахуй. Что там может лежать интересного? Давай, вторую включай. Псина. Почему они не дали собаку переименовать? Ёбаный... Ну, блядь, вообще, это несерьезно. Такая игра, типа, вся продуманная. Крафт, тут все дела, а собаку не переименовать ни хрена отсюда. Мама, блядь. Карликовый ё... А это карликовый ёлгай? Стрелять в мой член, а как же тогда здоровый выглядит? Впрочем, знаете, мне неинтересно. Не хочу об этом знать. Не хочу об этом знать! Да. По заднице ты мне вдарил. Все, петеля, блядь. Отмучилась. Стопы. Сейчас разберемся. Сейчас, подожди.
Импульсная мина. Нет. Калечащий костыль. Что? Нет. Помощь. Медикс. Срочно медикс. И водки. Русская водка поможет побороться с медведем. Так, сохранение. Кастет в руку. Блять. Ему помощь пришла. Я чё тут нахуй? С Маугли дерусь, что ли? Почему ему помогают все животные этих странных джунглей? Жалокрыл какой-то. Ну ах ты, блядь, еще и мне... Кто-то огрел его, что ли? Че это он? Ёбаный ты в рот, а? Ты пчела вообще охерела, что ли? Ёб твою мать, еще и собаки. Ой, блядь. Понеслось говно по трубам. Так, стопэ. Мне нужна квантовая ядеркола. Только она может спасти ситуацию. Нокаут, сука. Не работает крит на пробел. Кто-то мне писал, что не забывай. Толку? Базарю не работает. На нахер, ёпта мать. На, сука. Чё, бля? О, легендарная дичавшая дворняга. Она уже... О, я легендарную собаку забил до смерти. Увечащий костыль. Заебал этот. Шанс повредить ногу цели. Тьфу, блядь. О, фу. Коллекция костылей в этой игре, это, наверное... Наверное, какой-то юмор местный. Слушайте, а... Кастетик-то, а? А? О! Эй, ублюдок. А, ты не бешеный? Ну, хер с тобой. Сука, с другой стороны, твое мясо, знаешь, оно... Блять! Да что ж тут такое-то? Джунгли зовут! Если ты смелый, ловкий и умелый. Ну чё, говнюк? Охота тебе была заживо, га... Сука! А где второй Бэмби? Убежал? Ну такого оленя замочить-то вообще не жалко, да? Хрен бы с ним, еще в нем столовый нож чей-то застрял. Кто-то его ножом пытался зарезать столовым. Извращенец. Так, петь не сильву, блин. Так, этих я порвал, понятно. Ну, кто еще хочет вести переговоры? О! Перевалочный пункт открыть. И чего это там? Сейчас, ну, наверное, коморка Папы Карлы 2 на 2, да? И грузится она как... Трик ор треа. А, хер его знает, что это значит. Чайник. О! А ты еще кто такая? Поселенка. Наливные яблоки, тошка, серебряный нож, костюмы, шкуры, рот оленя, майка и джинсы. Не подлежит опознанию. О, тесак. Ну это не тесак, это мачете вообще-то прям. Ментаты бафут. Самодельный аккумулятор. Пакет крови. Это... Она тут все переливания делала. Чайник. Самодельный аккумулятор. Интересно, сколько он весит. Самодельный аккумулятор весит... Сука, 6! Ёб твою мать! Свинец, дерево, кислота зато в него входит. Вот так вот. Когда-нибудь, я уверен, я возьму за крафт ненавистный. И построю... Что там из этого можно построить? Даже хрен его знает. Другой аккумулятор, наверное. Так, нахрен. Второй раз улетать, туда не хочу идти. Что у нас здесь? Найти улики, указывающие на нахождение Келлога. Тихо. Тут могут быть бандосы. Опять?
Я вижу, тот чувак себе не отказывал. Ну чего? What is it, boy? What are we looking for? О, кстати, а чё это на мне противогаз-то до сих пор? Зачем мне два шлема? Я надеюсь, не тот, который на мне выкинул. Келлог был здесь. Let's find something to track him down. И, сука, в этом квесте инвентарь собаки, я так понимаю, недоступен, да? Радость-то какая. Gwinnett Stout. One of his creature comforts. Сука, они заставили меня подобрать пустую бутылку. Ёптую медь. Чё происходит? Okay, boy. Let's track him. Да, камера, она ведет себя точно так же, как вела, блядь, 10 лет назад в третьем Fallout. Это пиздец. Разработчик не сделал выводы. О, нифига какая тачка. Вот это руль, смотрите, тут один штурвальчик, больше ничего нет. Джин-джин-джин-джин. Но тачка мне нравится, одноместная. Тачка однорукого ковбоя, ёптать. А, надо бусинки двери открыть. Да ёб твою мать. Так куда мы приперлись? Дай хоть на карту взгляну. О, болото Forest Grove. Видимо, в этом болоте, наверное... А, это город. Ты же думал, здесь тоже может какой-нибудь хрен жить. Типа лебедя. Нет, спасибо. О, гуль. Бля, как мне их нравится в рукопашку ушатывать, это вообще. Ай, нравится, ай, хорошо. О, пошла жара. Стоп, Эрик. Так, сначала тебе в щи. Потом вот этому в щи, потом дальнему еще. А, на дальнего не хватает. Нокаут. Блядь. Сука, вот от них фонит, а. Голум. Блять, они на голума так похожи. Так, мне нужна помощь. Жареный рот олень. Как насчет него? Картофельные чипсы тоже пойдет. Это мясо рот олень или что? Шашлык из игуаны? Шашлык из белки? Вау. Фаршированные яйца ням-ням. О, вот эта тачка, ёпта. Пикапер 4000, наверное, назывался. Еще сзади одно колесо, спереди два. О, а я думал, наши делать тачки не умеют. Во Франции какие-то такие машинки пытались сделать, только у них спереди одно колесо, по-моему, было. Даже гонки на них пытались устраивать. Юмористические, судя по всему, потому что в поворот ни одна машина не вошла. Че, если я закроюсь тут, что будет? Здесь же, по-моему, самоубийца можно, нет? Дерьмо какое-то. О. Бостон Бьюгл. Ну что, этот гуль сидел, газетку почитывал. У меня один стимулятор всего. Это печалька. Причем я еще в этой игре не встретил ни одного торговца, у которого бы можно было что-то купить вообще приличного, нужного. Крышки пока что нужны только, чтобы взятки давать. Да-да, подожди.
Я смотрю, что этот чувачок, по следам которого мы идем, очень любит отстреливать головы, кому попало. Штурматрон? А ты, блядь, еще кто такой? А, драться хочешь? Блядь. Хрен тебе на нос, ёпта гнида. Сука, собаку мою нагнули, твари. Дрын. Мясо я угаю. Так, надо что-то выкинуть нахер. О, изношенная шляпа-то восприятие плюс один дает. Так, вот это говно мне больше не надо в ближайшее время. Темные очки патрульного тоже восприятие плюс один, почему я снял. Так. Временно решил проблему с перевесом. Так, с ним что, базарить надо? Его, походу, чинить надо, нет? О, он не чувствует ног. У меня есть ноги от пони. Почему он сигары оставляет, причем не выкуренные, а целые? И что происходит? А, собаке дал. Так что, робота мы не будем чинить? Да, его хер починишь. По нему как будто, блядь, фуры проехали. Приказы супермутанта. Да что еще за нахуй приказы супермутанта? Убить, ограбить, вернуться. Ебать. Бля, да, действительно, стоило записать, то забудут. Че, мы дальше идем? Да подожди ты, мне кажется, что здесь наверняка можно в какой-нибудь дом вломиться. Вон там и свет есть. Хотя бы отметить на карте, чтобы быстрый переход был. Или что? О, все, болото, Forest Grove. Патроны, 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 ни хера себе. Это нахуй. О, люк. В смысле, сейф. О, в смысле, о, смотри, бурбон, арбуз, вау. Средний замочек, наконец-то. Наконец-то я могу все открыть. Профессионально. Довоенные деньги не надо. Патрон, патрон, патрон. Позолоченная зажигалка. Штыковой калиброванный усиленный. Урон 19, это что, усиленный, что ли, нахуй нужен? Манал, я такие усе... Я надеюсь, я не взял это говно? Блять, я чё, взял? Как меня заёбат этот инвентарь? Штыковой калиброванный глокон. Да, он взял, отлично вообще. Нахер. Так, вода. По воде, я так понимаю, я не апостол, по воде ходить не могу. А, о, чё? А, гули. А, они по пояс в воде ходят. Я смотрю, что здесь есть что-то. О! Сучий потрох. Охуеть, это что за гуль такой? Нихера он меня отъебашил. Этот гуль, наверное, местный чемпион по боям. Вы могли предупредить, что тут гули такие опасные. Ага, тут по крышам можно и нужно, наверное, ходить. Вряд ли по воде. А, вот это наш давний кореш, походу. Ебать, ты фонишь вообще, слышь. Как будто он, сука, это... Ликвидатор, блядь, аварии на ЧС.
О, мясо жилокрыла, нихера оно лечит. Но это лучше все зажарить, конечно, потому что не жареное это все бред. Папоротник-мутант, что он делает-то, интересно? О, Шейлы какой-то, голозапись. Может, она там голая, поэтому понятно, Шейла тут, короче, с каким-то чуваком возилась. И их захерачили. Печалька. Так, а... О, какая броня четкая. Ну-ка посмотрим. О! Это уже серьезно. Особенно вес у нее, блядь, походу серьезный. Ну что, придется под бафу там бегать, сука. Так, куда? Куда еще можно сходить? Ты откуда тут, блядь, нарисовался, ёб твою мать, а? One shot. Сука, их в рукопашную, если убивать, облучишься. Будешь как этот, восьмирукий, блядь, Человек-паук. Какой-то там серии у него руки навырастали. Так, еще что-то у нас тут, скипидар, изолента. Ну это фуфло. Что еще есть интересного? Так, опять обратно. Там в воде, наверное, сука, пираньи атомные. О, правильно, иди отсюда. Да ёб твою мать. А? Как его? Мне кажется, что мой этот кулак работает на каком-то, блин, бензине. Из него так дым периодически вываливает. Так, тут чё? Ой, ёб твою мать, ничего. Ты прям терминатор, блядь. Я смотрю, удар в башку этой рукой лучше работает, чем просто удар куда-нибудь. Так, чё тут? Отбивными собачатины полечусь. Полечусь, а. Так, тут это в гнездо, там это куда-то вниз. Ага. Интересно, что-нибудь все-таки можно здесь интересного найти? Блять, сука. Вот тут взялся-то, блядь, с модной расческой. Апперкот. Жалко, их внизу там какие-нибудь рыбы или крокодилы не жрут. Че, я руку повредил, что ли?
Видать, силу удара не рассчитал. Погоди-ка, вон там что-то есть. Где фонари стоят, там, я понимаю, лут какой-то должен быть. Теории, сукатически. Ага, тайник, блядь, с крышками. Ну это фуфло какое-то. То есть тут что за локация? Это просто походить, поохреневать? Хлопковая пряжка какая-то, ёб твою мать. Да, так себе локация. Ни хрена тут, короче, нету, походу. Либо я что-то не нашел. Что скорее всего. Ёб твою мать, зато я нашел кучу гулей. Блять, да откуда же вы выбегаете-то, блять, все время? Ёб твою мать. Они все тут собрались, что ли? Чё, смотрите, бежит. Не, этот пошел в жопу, надоело. Конечно, я рад мочить гулей. Но надо игру проходить. Вообще, мне бы ночлежку найти, а то опять ничего не видно. В темноте. Так, но у меня зато новый уровень, между прочим. Я так понимаю, что взлом мне опять не прокачать, да? Очень сложные 20, на 21 уровне будут доступны. Сука, сколько ж тут уровней-то. Одинокий странник. Путешествуя без спутника, вы получаете на 15% меньше урона. Максимальный вес переносимых вами грузов увеличивается на полтос. Кузнец. Куйте железо покорочего. Доступ к базовым первоуровневым модификациям оружия. Блин, что за хуйня? О, первоуровневые модификации брони. Я даже не знаю, что там за модификации брони. Стимулятор устанавливает 60%, а тир 1 действует. Необходимо уровень 18. Ага. Не автоматические пистолеты. Да где я возьму? Блин, опять означает... Летящих глазных яблок. Увеличение урона на 5%. Это так себе какой-то бонус, честно говоря. Псина обездвижит противника. Да, я видел это говно. А усмирить животное можно. Фанат больших пушек. Местный лидер. Будучи всенародно признанным правителем, вы можете прокладывать линии снабжения. Фу, блядь, ну и пиздец. Получив доступ к базовым первоуровневым высокотехнического оружия. Я что-то не врубаюсь, тут что надо еще? Что за первоуровневые модификации? Ну давайте первоуровневые модификации брони, может быть, я не знаю. Где хоть больше нечего прокачивать. Может это... Может быть... Я хрен его знает, я и так могу все крафтить, у меня просто нету... Запчастей. Может быть, теперь запчасти не нужны или что? Подожди-ка, собачка. Тут явно... Ах ты, ёб твою мать. Сколько у меня перевес на черекан? Херенно. Так, где-то у меня было виски. Нормалек. Скоро я стану синеболом и буду юзать наркоманский дробовик. Эй. Я слышу, что здесь где-то таракан ползает, нет?
сука, блядь. Легендарный гнус. На тебе в пузо, ёб твою мать. Что значит мутировал, блядь? В кого мутировал-то? Ёб твою мать. Я тебе, блядь... Ааа, ебись ты провались. Ну ты посмотри, что он сделал. Я не заметил, что он травит. О, бля, вот этот чмырдяй, а ты посмотри. Сучара, блядь. Меня комар нагнул. А это что за хрень мне показывает? Движок от Бугатти. Так, ладно, блядь. Посмотрим, как он справится с лазером. Легендарный гнус. Охереть можно. Собака, конечно, это, блядь, вообще. Собака заебака, она ничего не дает. Да, я заебала. Она должна помогать, но ничего не делает. В этой миссии, по крайней мере. Че, надо зайти сюда, чтобы он... А, вот он летит. Ой, легендарный гнус не успел мутировать. Какая беда. Ну что, мразь. Ремонтная кожаная броня для правой руки. Меньше урона от роботов на 15%. Хм. Интересно. О, хоботок гнуса. Я ему хоботок вырвал. Будет знать, сука, в следующий раз. Так, ремонтная броня для правой руки. Хм. А так у меня... А, так у меня силовая броня для правой руки. А вес она имеет. Ладно, пусть поваляется в инвентаре, наверное, чё. Жрать не просит, только весит. Собственно, блять, мы продолжаем куда-то поворачивать все время. Ну, сюда, наверное, куда-то. Давай уже дойдем. Ёб твою медь. Врубайтесь, куда собака по запаху ушла. Невероятный нюх. Кстати, сейчас не ночь, а такие сумерки, в общем-то. Все более-менее видно. В любом случае, на земле главный герой спать не может, а кровать я что-то не... О! Вон свет в оконце. Что, нам не сюда, типа? Твою мать. Что? Lost the scent, boy? А это что? What do you think, boy? Он тут, блядь, за все подряд, что ли, своими тряпками ходил, цеплялся, осел. Вот туда гавкает, смотри, все-таки. Туда, где свет. Давай, пошла. Фьють-фьють. Наверняка он там сидит. Далеко он не мог уйти, если с него кровища льется, правильно? Сейчас я его, бля, познакомлю с мистером Кастетом. Ух ты, блядь. Чего? Легендарный рат-таракан? Уменьшение урона при блоке. Или ускорение, блядь. О, чудо-клей. Боже, как хорошо-то. О. Силовая броня без шлема и ноги. Что он здесь делает? Интересно. Хотел себе броню свою проапгрейдить, кстати, руки, ноги. Вот, но на этой станции. На этой станции конкретно апгрейдится только силовая броня. Вот, но моя далеко, а эту апгрейдить смысла нету, да и вообще. Я тут призадумался, думаю о том, какое же убогое говно силовая броня в этой части. Это просто невероятно. Нет, силовая броня прекрасна, базару нет, но только не тогда, когда она работает на ебучих батарейках. Ну,
в прошлых частях силовая броня это как было эталон, как бы к ней стремишься всю игру, там какими-то невероятными усилиями ее добываешь, получаешь способность ее таскать, все, ты оделся, ты бог, теперь можешь тащить бои, а здесь тебе ее дали в самом начале игры, ну, ищи для нее батарейки, там, блядь, думай о том, как эти батарейки расходовать. Я что-то даже не врубаюсь, как ее вставить туда батарейку, эту вот костюм. Вот. Хотя раньше нет, там не все стремились к силовой броне, там еще были легкие всякие броньки, средние, по-моему, такие ничёшные. У снайперов в DLC-шке почтальон, а, курьерская миля, зачетная бронь была и маска классная. Вот, а тут, блядь, только силовая на батарейках, походу. Как я понял, если в броне сажается батарейка, тебя из нее не вытаскивают, а она просто включается перегруз у тебя, короче. Вот, и она перестает защиту давать, вроде как-то так. Ну, потому что, если бы она давала защиту всегда, да, тогда бы вообще никто никакую другую броню никогда бы вообще не использовал. Хрена он меня обосрал. В одну задницу, сука, с ног до головы меня обгадил, ублюдок. Да, сюда входа нет. Автомат с кока-колой уже кто-то откока-колил. Ну где там этот Келок? Каличный персонаж. Пора уже его найти. Мне кажется, мы уже и так идем аномально далеко. Турель с пулеметом. Кстати, враждебная. Нет? Песик хочет... О! Тут просто чемпион мира по бильярду скопытился, походу. Да-да, песик. Погромче. Сейчас тебе приветственную очередь дадут тебе в жбаны, будут правы. Лунная мартышка Дженглс. Да что за бред вообще? Это что за солдафон тут уснул с лунной мартышкой Дженглсом? С лунной мартышкой под мышкой. Сколько весит хоть этот... Лунная мартышка, ёптать. Двоечку весит. Пластмасса, стекловолокно. О, костореста, бля, сколько весит, нафига. При первой возможности надо вывалить хлам в Редрокете. Пока придется потаскать. Ну, чё? Is this the place? Is he in here, boy? Пробраться в Форт Хаген. Пробраться вниз. У Форта Хагена просто здесь такая парковка, я смотрю еще. О. Поселенец. Да это наркологи какая-то, по-моему. Лаборатория, ну да. Ага, вот. Вот и пробрались тупо. Заходишь в дверку. И ты на месте.